Выражать любовь к своей малой родине, своему городу можно по-разному. Аня, ты из Ухты. Ты любишь северную жемчужину? Конечно, а свою любовь, наверное, выразила бы в стихах, если говорить о творчестве. Да, творчество здесь очень уместно. Вот и учитель начальных классов Диляра Громова со своими учениками из 3-го Б-гимназии номер 3 поселка Северный создали мультфильм о Воркуте. Это творческий проект к 75-летию города в рамках фестиваля «Родному городу поем мы славу». Дети лепили из пластилина памятные места столицы мира, затем фотографировали, передвигая фигурки. Для сюжета прекрасно подошла песня «Здравствуй, Родина моя», которую также поют дети. За неделю это видео посмотрели десятки тысяч человек. Предлагаем посмотреть и вам. Обойду все страны, как это ни странно, только здесь нехорошо.